Ну, что вы вчера говорили? Вам сделали замечание. Ну, что вы не отреагировали? Не отреагировали. Потому что оно было необоснованно. Что необоснованно? Замечание. Какое? Какое замечание? Которое нам дали. В чем не было обосновано? Нам сказали, что там кататься нельзя, но там не на... Нет, не близко. Можете меня послушать? Видно. Можете, можно меня послушать? Ты самый умный или что? Можете меня послушать? Ну, вас. Мужчина. А умнее вас? Да. Мужчина. Сколько я бы на твоем месте помолчал. Так мы нормально объясняем. Мы что-то неправильно сказали. Мы сели, мы спокойно скатались. Нам сказали, там кататься нам нельзя. Где написано, что нам именно там кататься нельзя? Там до 10 лет катались. Где там написано? На документации. Где там написано? Мы не спорили, мы не обзывали что, вашу жену. Нет. Мы скатались по праву. Там не написано, что там нам кататься ты нельзя. Ты откуда? Я? Да. Из планеты Земля. Это достаточно. Ты что, смотрю, самый умный, что? Ну, вы, по идее, сейчас вообще не имеете права... Вы нам тоже подошли, начали... Я грубить. Не имею права с тобой разговаривать? Нет. Пойми, Украина, свобода слова, запомни ну, это, вот раз и навсегда. Свобода в общем. Ну, в общем, а в чем ну, тебе а вы надо? Сейчас лишайте меня свободы. Вот лишаю тебя свободы? Да, а вы стоите здесь. И что теперь? Ну? Я буду специально тебя закрывать, и дальше что? Ну, зачем вы как ребенок себя ведете? Мне да кажется, ты, по-моему, себя ведешь как ребенок. Вызывай полицию, что ты сидишь? Ну, вы пока что мне ничего не сделали, зачем мне вызывать полицию? Вызывай полицию, ты ж умничал. Ну, умничай сейчас, что ты умничай? А что мы умничаем? Не, подождите, а что мы умничаем? Что она сказала жена, что мы умничаем? Потому что вы катались, я вам еще раз говорю. Мы катались так же самое, как все остальные дети. Там не написано, что именно нам нельзя кататься. Вам сделали замечание, что встаньте, ребята, и все. Сделали? Ну мы даже мы не грубили. Мы спокойно катались. Вам сделали замечание? Я не слышу ответа. Да, нам сделали замечание. Сюда скажи, в камеру. Вам сделали замечание? Почему я должен вас слушать, во-первых? Ты что, вообще неадекватный или что? Ну это вы неадекватный еще. Я неадекватный? В чем я неадекватный? Ну вы подходите, чужой человек. Возможно, встанет. Ты на чужой площадке сидишь. Это ты откуда? Общественное место. Это не общественное это место, общественное это место. Площадка ОСББ, которая находится в 25-м и 79-м да, доме. Это общественное место. В любом случае. Общественное это место это у тебя остановка, понял? Нет, это улица, это общественное место. Я тебе еще раз объясняю, где живешь, там и катайся на своих площадках, понял? Нет. Потому что за это платит ОСББ. Круто. Круто? Нет. Ты сейчас будешь крутой вообще, понял? А что он мне сделает? Ударить? Ничего, просто выгоню отсюда и все, по-хорошему. Вы не можете меня вызвать, вы даже трогать меня не можете. Да что ты? Да. Что, мы на тебя вызовем полицию или что? А что я делаю? Я-то ничего противозаконного сейчас не делаю. У тебя наркоту найдут в кармане. Нет. Нет? Ее там нет. Точно? Ну смотрите. При свидетелях меня... сейчас будет. Свидетели, смотри, море. Вот ну а я на видео снимаю. Ну так снимай, дальше ну. Что? Что вы угрожаете то, что вы подкинете никто на коту? Никто ничего не угрожает. Вы угрожаете. Вы только что угрожали, может, что вы подкинете. Даже скинуть. Вы только что угрожали, что вы подкинете на коту. Угрожают тогда, когда что-то предупреждают. Понял? Угрожают. А сейчас что? Сейчас ничего, я просто ему объясняю по смыслу. Понятно? По смыслу? Вы только что подошли, вы начинаете тут угрожать, что вы подкинете на коту, вызовете полицию, нас заберут. Да. Ну, да, это вы уже угрожаете. Да, можешь в Ютубе тут записать, что ну, угрожает. Я запишу. Запиши, что угрожает. Встали и спокойно ушли. Нет. Отсюда. Мы а никого я... не трогаем, мы сидим на лавочке, мы же не катаемся мы? Сейчас. Мы на... Ты уверен, что ты не уйдешь? Уверен. Точно? Точно-точно уверен. Своими ногами я точно не трогайте телефон. Не трогайте. Телефон, нет, не трогайте. Трогайте.